Группа Ума Турман отправилась в плавание. На днях на Москва-реке прошли съемки нового видео на песню «Бестия». Действия клипа развернулись в параллельных вселенных на пришвартованном к берегу теплоходе. По задумке режиссера Игоря Шмелева из привычной романтической истории удалось сделать сагу о любви. У меня есть влюбчивый друг, который меня попросил написать песню, потому что он влюбился. И вот вводные были такие: девушка красивая, с белыми волосами, с голубыми глазами. Больше он мне ничего не сказал, что вот такая девушка Аня, вот можешь написать песню, чтобы я ей поставил, как признание в любви. Вот. И я написал такую песню, сфантазировал, что бы это могло быть, и как это могло быть, и кто она такая, эта бестия. Главная героиня Анечка, она же бестия, бросала микрофон, пела голосом Владимира, была под обстрелом конфетти. Но героиня героически отрабатывала свое место в клипе. Новое видео от группы Ума Турман совсем скоро смотри на телеканале РУ-ТВ.